Здравствуйте. Аппарат HP InkTank 315 с интересным набором интересностей. При включении вот на дисплейчике вот такое вот, нажимаем, еле видно изображение, то есть почему-то не загораются нормально. Вот нолик загорелся и пюм, и погас. При попытке сделать копию выдает ошибку E5. То есть, по идее, не находит черный картридж, черную печатающую головку. И при этом клиенты жалуются на то, что печатает он с повторениями. Вот у нас внизу. Вот, видите, с такими, как с бахромой текст. При этом на ленте энкодера, я обратил внимание, есть царапины, которые могут быть как раз причиной вот этой вот бахромы, то есть двоение, сдвиги при печати. То есть с этим всем хозяйством будем сейчас разбираться. Кто-то из подписчиков говорил, что в аппарате HP InkTank 315 есть помпа для прокачки чернил. Вот, пожалуйста, разобран до, что называется, до скелета, до основания. Никакой помпы здесь нет и в помине. Тут даже памперса нет. То есть нет губки, которая впитывает чернила, которые проливаются при прокачках и при всем остальном. Поэтому техника HP струйная, она очень такая себе специфическая. Хотя цена и красота берет свое. Вот каретка отдельно с головками, с печатающими. Поставили новую печатающую головку черную. Поменяли ленту энкодера. И в результате оказалось все дело в энкодерном диске. Вот такой вот он идет вместе в сборе с осью. Подошел, как ни странно, от довольно-таки старенького аппарата HP 25 DeskJet Ink Advantage 2515. Вот он в разобранном виде. Могу вам показать его внутри. В очередной раз, что из себя представляет техника HP внутри. То есть просто корыто пустое, которое немножко там наполнено чем-то, какими-то штучками. Но самое главное, что она помогла восстановить аппарат от смерти, что очень-очень редко бывает, запчасти от них. То есть ленту энкодера тоже, вот она, мы ее пробовали менять. Ничего не помогло. И вот сейчас стоит этот аппарат, печатает без никаких пропусков, без никаких проблем. Все хорошо, без двоений, без строений. Ох, вымазал немного. То есть все красиво, хорошо и замечательно. Всем успехов в труде, здоровье и остальных делах. До новых встреч!